Здравствуйте, хочу оставить видеоотзыв о чистке себя, ребенка и квартиры у Влада и Веры. Я благодарю ребят за проделанный труд. Я благодарю Олю за своевременную полную информацию по организации этого процесса. В результате чистки квартиры были выявлены два портала. Интуитивно, когда я ходила дома, я понимала, что вот здесь что-то не то, и от этого надо избавиться. И в сеансе Вера и Влад мне точно указали именно на эти места. Я очень благодарна. Относительно ребенка были обнаружены два интерферента, которые нам, так сказать, причиняли неудобства. И на утро я уже была готова к тому, как обычно все происходит у нас. Но ребенок изменил свое поведение. И все было не так, как обычно. Я за этим наблюдала. Мы просто... Второй интерферент нам постоянно путал волосы. Заплетение кос после чистки у нас прошло, на удивление, легко, быстро и гладко. И мы не обнаружили ни одной путаницы. И боли в голове точечные, они ушли. Об этом я, о чистке ребенку я рассказала вечером. Она подтвердила, что да, мама, изменения произошли, я их чувствую. Относительно себя у меня были обнаружены тоже целый зоопарк. 1, 2, 3, 4 особи. Гуманоид так называл. Теперь я их так буду называть. После чистки я обнаружила, что те мысли, которые меня посещали ранее, и я зациклилась на них, они исчезли. И это прекрасно. По поводу полноты я наблюдаю за собой уже второй-третий день. И я понимаю, что я стала очень мало кушать. Я открываю холодильник, задаю себе вопрос, что я хочу. Получаю ответ от себя, я ничего не хочу, и закрываю холодильник и ухожу ни с чем. Это прекрасно. Боли в сердце были, да. Слава Богу. Я даже уже начала пить корвалол. Они перестали меня тревожить. И я чуть не подпрыгнула со стула, когда слушала сеанс чистки и услышала трель птиц, которых я искала все лето. Все лето. Когда я слушала сеанс и услышала, я поняла, что что-то произошло. Я их увидела. А до этого я их не видела. Это было вообще чудесно и волшебно, потому что я обычно утром варю себе кофе, выхожу на балкон и любуюсь птицами. А здесь все лето их не было. И когда после сеанса я сразу это почувствовала, увидела, услышала, я поняла, что что-то произошло. Ребят, я благодарю вас за то, что вы помогаете людям, ставите их, так сказать, в нужное направление и русло. Защиты, меркабы, чистота буду следовать. Делаю и буду продолжать. Я ваша горячая поклонница. Будьте здоровы!